Мы не вправе наказывать ученика за мужской поступок. Иначе все, чему учим детей, окажется лицемерием. Упертый ты, Арман. Өзі ақылды, өзі көрікті, шаруасына да берік, анасына тартқан. Как я это детям объясню, что правила распространяются на простых смертных, на детей акимов нет? Сонымен тойды қашан жасамақ ойларың бар. Қарсы болмасаңыз келесі ай. Нельзя, чтобы жених видел платье невесты до свадьбы. А что будет? Проигрываешь, исполняя желание. Любое желание. Тише, эй, кит, тише, 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 Нет ни свидетелей, ни видеозаписи, ничего. Мектепке келудің қажеті жоқ. Кейбіреулер сені балалармен араласқаныңды қаламайды. Странно. Машина угнана, а вы даже не подаете заявление об угоне. Запомни, в этом городе меня никто пальцем не тронет. Ага, лейтенант Карбозов. Айдархан Доспан, ты не думал? Ақылмен адасын өсен, Доспан тұрақтан шалық дейсіне! Сенеге дәуренің бітер, мұнау асымдарда әділ жазасын тартар күн туар. Эта девчонка потом больше писать будет про нас. Вот надо, чтоб не писала. Жазасы жалпы режим түзеу колониясында өтеді.